рис произрастает прямо через два балкона. Прямо через балкон растут сосны и кипарисы. Вот у кого-то кипарис, у кого-то сосна. У нас сосна. Вот. Один из самых красивых закатов здесь, да? А вот там внизу находится пляж и проходят вечеринки. А вот там в ресторане под мельницей мы завтракаем. А также ужинали один раз и еще раз а-ля-карт поужинаем у соседей. Соседью. Закат. Прямо перед нами находится остров Самос, Греция, а в ту сторону Кушадасы, горный хребет. Туда можно плавать на яхте, ну, в смысле на катамаране. Перламутровый закат. Ребята, что может быть лучше вот этого вида на море? Это просто потрясающе. Лежа на кровати, ты видишь такой нереальный вид. Что может быть лучше этого вида, когда ты приехал на море? Отличный номер с потрясающим видом. Просто фантастика. Закат солнца, шум моря. Номера интегрированные в природу, шикарно просто.
там внизу вот пляж. Здесь бар, который работает в 2 часа ночи. Тут просто фантастические закаты. Всем желаю побывать в этом отеле Кулмара. Насладиться таким отдыхом. Come on.